В Заволжском районе Твери продлили перекрытие по улице Зинаиды Конопляниковой. Соответствующее распоряжение подписано и опубликовано на сайте администрации города. Участок от бульвара Шмидта до улицы Мичурина перекрыли еще 6 ноября. Все это время ресурсоснабжающая организация «Тверская генерация» занимается ремонтом теплотрассы. Планировалось, что улицу откроют 20 ноября, но работы затянулись, поэтому срок продлили. Продление срока ремонта теплотрассы на улице Зинаиды Конопляниковой связано с увеличением объемов работ. Работы были усложнены тем, что часть труб приходилось протаскивать под дорогой, чтобы полностью не нарушать асфальтобетонное покрытие. Тверская генерация примет все необходимые меры для скорейшего завершения работ и возобновления движения транспорта. Напомним, что сейчас на участке полностью прекращено движение автомобилей и парковка, а общественный транспорт продолжает объезжать этот участок.